Доброе утро! С вами юрист Николай Попов. Сегодня рассмотрим порядок установления факта отцовства по инициативе опекуна при недееспособной матери. Моя дочь является недееспособной, я ее опекун. Год назад она родила, а отец ребенка отказывается признавать факт отцовства. Скажите, как мне действовать, чтобы отец начал платить алименты, и как мне правильно нанять юриста и оформить доверенность? Вам необходимо подать исковое заявление о взыскании алиментов и установлении факта отцовства. С момента, когда вы подадите иск, алименты начнут начисляться, а вот когда решение вступит в силу, вы можете обратиться за их взысканием. Что касается установления факта отцовства, то вам нужно подготовить доказательства – совместные фотографии, переписку в интернете, свидетельские показания. Если ответчик будет отрицать, что ребенок его, суд назначит генетическую экспертизу, которая установит, является ли ответчик отцом или нет. Необходимо понимать, что если отцом окажется другое лицо и суд откажет в удовлетворении ваших требований, вы будете должны компенсировать все расходы, которые понес ответчик. Что касается найма юриста, то вы можете обратиться либо к адвокату, который оформит ордер, либо к юристу, на которого от вашего имени как опекуна будет оформлена нотариальная доверенность. Задавайте ваши вопросы по телефону, который видите на экране, с 10 утра до 7 вечера. Также вы можете посмотреть этот и другие мои ответы еще раз на сайте 1obol.ru в разделе телепередачи «Наше утро». И хорошего вам дня!